Привет, с вами я, Михан. Я пытаюсь записать с помощью бандикама. И у меня, по-моему, должно все получиться. Это мое первое начало записи бандикама, чтобы записывать с него. Я думаю, то, что надо поместить всякую фигню там. Блин. Добрый этот микрофон. Так, все. Вот у меня передо мной там был бандикам. Я играю с помощью бандикама. Винти бандикам. Винти. Вот так. Все, вот, я играю, как бы. Я попытаюсь вам сделать летсплей на ебать, я начну с этой игры, там мне придется все время делать, я не пойму. Мне не хочется это говорить, но это. Сейчас найду. Это как бы есть игра. В обмену мы будем играть Counter-Strike Source. Бандикам все должен записывать. Не запишет, сука. Убью нахер создателя. Так вот, если мы будем играть вот именно вот так, то мы будем херачить всех. Так. Найдите, пожалуйста, вот. Блин. Давай. Ищи, сука, ты можешь искать. О, конец. Поймал. Так, ну, допустим, мы это добавляем в избранное. Так, девушка Индия. Ладно. Срать, мы срали на вас. Так, хуета какая-то происходит. Так, так вот, попробуем Зорсёрф. С англишами рубиться. С англичанами. И это первый день каникул. Я, как говорится, школоблогер, но я именно себя не показываю в эфир. А вот та сука, которая делала обзор на чипсы Лейс, я реально хотел подойти к нему, отобрать чипсы. Потому что эта сука всех соблазняет. Давай, мегамочи. Так, если вы не хотите долго ждать, можете перемотать. А я буду пытаться. Короче, лучше... Опа, пошла загрузка. Так, у меня опять он сошел, сука. Ага, вот мы подключаемся. Попробую поиграть с помощью... ебучего джойстика, бля. Ба, как жестко. Да, в эту игру только играть на медляке, бля. В общем, ну нахуй. Я джойстик настроил. Сука, освободите меня. Ну, заебца вообще. Кто хочет поиграть на этом сервере со мной, пишите в комментарии, я с удовольствием вам этот. О, у меня же банихоп, да. Ебан, но в эту игру играть вообще не надо. На джойстике, особенно если он для USB. Сука. Сразу убить слабо. Ебать, за мной чувак несется. Бля, что за хуйня? Такое ощущение, то, что меня даже не начали. А я даже туда не смотрел. На хп. ХП, если долго получу. Любимая... Уи-хау!
Здрасте, я прошел новую игру Портатив 2. И что? А мне ничто. Я срать готов. Идем на топ. Ебись с бандикамом. Оу, на нахуй. Мой ник Кармен, не удивляйтесь. Я тоже умею делать фейерверки, не только ты. Эпично прям сдох. Дина. Бля. Ресурс вы меня, конечно, в соусе не найдете. Сука, никогда не за что. Ладно, с вами был я, Михаил. Всем удачи и пока. Это был обзор на КС. Всем удачи и... Ладно, всем удачи и пока.